Приветствую, дорогие друзья! С вами Кейстример, и мы продолжаем наше прохождение Underground Blossom. В комментариях написали, что играть еще и играть. Оказывается, после титров надо просто нажать «Продолжить», мы окажемся на стартовой локации, возьмем какое-то письмо, и потом будем еще собирать кубики. Погнали это сделаем. Это было просто неочевидно, что надо было ждать. Вы нашли карту метро. Используйте кнопки наверху для навигации. Дорогой Харви, если ты читаешь это письмо, значит, ты успешно сопроводил Лору в ее путешествие. Но у меня есть другое задание для тебя. Встретимся на озере, мистер Филин. Так это было, блядь, нихера не очевидно. Зачем такие титры было делать? Ну ладно, там еще какая-то заставка, там Расти Лейк. Ну вообще, короче, я это не очень понимаю. Все говорил о том, что все. Куда вы едете? Мы едем на озеро. Мы возвращаемся в конец. Сейчас говорим с Филином, но это так написали в комментариях. О, это Аколангист. Здорово, дядь. А, вот они кубики. Ему надо еще сколько там, 7 штук. Пожалуйста, собери все кубы. По одному кубу на каждой станции. Мы еще встретимся. Используй свои вещи с умом. А на озере тоже надо куб? Или... Так. А мы сейчас вот... Ну, условно, мы сейчас окажемся на локации 2, например. И там мы найдем предмет, который понадобится для локации 1. То есть мы как вот на первую... Сейчас мы можем что-то найти? Ну хорошо, станция колыбельная. Значит, нам нужно 7 штук. Ну, это даже здесь. Женщина, у тебя есть кубик? У тебя нет кубика. Не хочешь монетку? Ну и напрасно. Ломик. А это ведро с водой? Ну, налить. Ну. А что это значит? Два раза вниз. Нихера не очевидно. Ну я где-то это видел. Ну хорошо, давайте следующую локацию. Надо хоть где-то куб найти. Может, мы найдем предмет, который будет использоваться. Он говорит, используй свои предметы умно. Или мудро. Монетку не хочешь? Ведро тебе на голову надеть. Неужели где-то здесь куб лежит?
А, новая последовательность, кстати. Надо найти куб везде, в каждой штуке. Вообще не верю, что там куб где-то есть. Но, например, закрытый ящик я могу понять. Что вот там на первой локации закрытый. Вот, вот эту штуку я могу понять. Вот, надо просто сделать скрин на первой локации, и мы найдем кнопки. Вот, это я могу понять. И чего-то отсюда упадет. Так логично. А так не очень понятно. Так, ну давайте я сделаю скрин быстренько. Все, как-то я его сделал. Я готов. Школьная улица, по-моему. Ну, сейчас попробуем нажать. Лень было запоминать. Два раза вниз, налево. Два раза вниз, налево. Вверх, вниз. Вниз. Направо, два раза вниз. Ледяной куб. Смотри, хотя бы один куб нашел. Ведро на голову надену. Монета. Вот монета, она это как для покупки. То есть должны что-то продавать. А, я даже знаю, где можно попробовать. Попробуем сейчас. Так, давайте сходим на озеро. Может быть, когда мы ставим куб, нам что-то еще дадут. Сам прикол, если можно было забрать, эти кубы где-то нам нужны будут прохождения. Это же ледяной куб. Мало ли нам где-то лед надо будет приложить. Здесь никаким кубом вообще не пахнет. Сейчас разберемся. Make a choice. Выбирайте. 50, please. 50, пожалуйста, блять, да ты ебнулся, что ли? Sold out. Нет, sold нет. Out. 50, please. Одна монетка, что могу взять?
Может, и здесь нам тоже... А, нет, здесь не есть. Ну, все уже заблокировано. Извини, что ограбил тебя. I remember you. Ведром на голову. Глаз и красное. Может, это... Подожди-ка. Не надо тут ничего разукрасить. Ага, глаза красные. Это что, наверное, надо покрасить? Значит, хорошо, глаза, слезы какие-то. А здесь надо копать у дерева. Все понятно. Please keep a close eye on your personal belongings. There are pickpockets active. Please keep a close eye on your personal belongings. There are pickpockets active. Mm-hmm. Ну хорошо, так. Please keep a close eye on your personal belongings. There are pickpockets active. Нет. Это не то. Это он уже играл. Поехали дальше. Монетку не хочешь под язык? Ну, наконец-то, наконец-то. Шоколадку, пожалуйста. Ореховый батончик. Ну, сейчас-то понятно, что делать. У меня есть ореховый батончик. Ореховый батончик. Нет здесь ничего, чем можно было повзаимодействовать. Слушай, ты не хочешь ореховый батончик? Мне слишком понравились часы. Понятно. Вот здесь куб. Ага. Ага. Первые три и последний. Первые три последний. Ну как нет-то? Ну как нет-то? Ну хорошо, наоборот тогда. Думали, не догадаюсь. Вообще на изи. Ну я ж говорил. Мегамозг. Или то, что от него осталось. Так, так, так. Где? Написано же цифра не 2, но очевидно же, что это не отсюда, но... Улица души, может? Ты забыл, где шкафчики-то? Медный куб. Все, сколько я кубиков-то собрал уже.
Ты мне все расскажешь. Хочешь ореховый батончик? Мысли опять нет. А у меня кисточка с краской исчезла. Так, надо подумать, кому нужен ореховый батончик. Так, погнали на озеро. Еще 4 кубика. Дядь, ты не знаешь, где 4 кубика? Хочешь... Да вот, на, батончик. Ну, конечно же, ну, конечно же. Самые логичные действия, какие только могут быть. А это куда? А здесь предметов у меня нет. Ну, надо думать, надо думать. Ну, где монтировка может пригодиться? Тебе не нужна монтировка, а ведерко помыться. Может, бабушке батончик? Бабушка? Нет? Ведерко? Опогнуть прутики? Так, ну здесь, видимо, ничего. Ну я уж так, почти предмет на предмет переиспользовал все. Ничего очевидного тут нет. И неочевидного тоже. Будущее прибывает. Так, все, с этим понятно. Здесь нужен ключ. Здесь нужен ключ от второй этой секции. Переулок детства. Здесь, по-моему, тоже все. Но у меня нет никаких новых, ни номеров, ничего нет. Не хочешь на батончике? Да, у меня нет монетки для звонка. А батончик? Ну ладно тебе, не дуйся. У меня там все в порядке? Может тебе батончик?
Бронируйте сейчас. Ну хорошо, хорошо, без проблем. Идем дальше. Кто-то не любит шоколадки. Значит, 3 двойки и 1, 2, 3. When is that metro coming? Так, 3 двойки, 1, 2, 3. Ну а предметов-то это не дает. А, и у нее заново еще какие-то. Купюра. Купюра, купюра. Пятьдесят. Пятьдесят. Ну конечно же. There you go. Три, три, один, три, один, один. А может мы это уже используем, я просто нахер забыл, или я сейчас перепутал. Три, три, один, три, один, один. This is Pончик. Donut, my favorite. Have you seen that mysterious person? She visits the red tile station. Она посетит остановку с красной чё, блять. I remember you. Я помню. Donut, my favorite. Have you seen that mysterious person? She visits the red tile station. С красной плиткой в полдень. Красной плиткой в полдень. Да непонятно ни хера, ну надо искать красную плитку. Вот здесь красная плитка, что? Да пора разбудить тебя. Давай это, просыпайся. А, это может быть, кстати. А, нет, это 12. Я помню, что 9. 3, типа 3 на 3. Думаю, 9, тут 3 на 4, 12. Кубиков-то более.
Кубиков-то побольше. У меня что-то закончились предметы, я не знаю, куда это использовать. Дядь, ты не поверишь. Я не знаю, что с кубиками делать. Блять, мне кажется, одного кубика все не хватает. И может быть они у меня все есть, я Чего? Может последовательность? Ну да, ну смотри. А, они меняются местами, поэтому да. Всего два предмета, это просто можно пощелкать и найти. Может, дерево полить надо? Рекс, экс, пекс. Ну, очевидно же, что мы в самой первой локации что-то не сделали. У нас же там нет ключика. Я тебе ведро с водой предлагаю. А ты не хочешь. 10-15. Ну как вариант 10-15 везде поставить. Ну так ощущение, что здесь ничего нет, с чем можно было бы хоть как-то повзаимодействовать. Мне кажется, довольно большая локация с точки зрения объектов — школьная улица. Мне кажется, там дети, может, кому-то надо вылить ведро на голову. You look funny. When is that metro coming? You look funny. When is that metro coming? В 10-15. Кстати, везде 10-15 поставим, как на часа. Ничего это не делал. What do you want from me? I hate school. What do you want from me? Ах, вот оно что. What do you want from me? I hate school. Вообще не очевидно. Вообще. Перебирал из ведра, налил воду сюда. И смотри, я нашел рыболовную сеть. Думаю, ну сколько показывать, как я буду бездумно щелкать.
И вот стоило только бездумно щелкнуть правильно, как оказался результат. Рыболовная сеть, куда она может? Рыболовная сеть. Не ори. Это именно рыболовная, то есть это не сачок, которым там ловятся бабочки. Хотя бы предмет появился какой-то новый. Может, как через сито собрать пепел. Второе дно поковырять. Может, надо было закрыть, открыть. Опять ведро с водой. А может, надо было рыбу у этого, у музыканта? Очевидно, куда нужно... Рыболовная сеть. Ведро с водой. Для рыбки уже ничего не поможет. Такая гениальная мысль посетила мою голову. Пошли к детям. Детей много. Пощелкаем там. Ты не хочешь сеть? Да это понятно. When is that metro coming? What do you want from me? I hate school. Нет, никому не надо ничего. Рыболовная сеть. На озере рыболовная сеть. Это еще более-менее логично. Только непонятно, что там ловить. Вот, смотри, вот эти штуки поймать не надо рыболовной сетью. Но это сачок тогда, а не рыболовная сеть. Что это болота какие-то? И мы сейчас найдем что-нибудь. Тебе сачок не нужен? Нет. Прикинь, оказывается, надо много раз было нажать на это озеро, и тогда рыбка выловится. И мы найдем ключик. Я сам догадался, не посмотрел, просто ухерачил еще 20 минут. Так, танцы колыбель, да? Ну просто, ну никуда эта фигня, этот сачок не подходит. Ticket to the next station. One shrimp, please. Одна креветка? Ticket to the next station. One shrimp, please.
нам шримп, Алекс. Сейчас мы ему дадим шримп. Ticket to the next station. One shrimp, please. Ticket to the next station. One shrimp, please. The train leaves at 2:25. 2:25. Царский поезд. Ведро на голову. Пакеты. Что, у нас тут опции, что ли, есть? Поехали. Welcome back, Harvey. С возвращением, Харви. Рад, что ты здесь. У нас есть дела. День озера приближается. Вы добрались до конца. День озера приближается. Хотите получить приглашение? Значит, ты успешно сопроводил Лору в ее путешествие. Есть задание для тебя. Встретимся на озере мистера Филя. Наверное, вот это уже конец. Ну. Может, это какая-то дополнительная серия? Нет, сейчас похоже, что уже конец, прям конец. Я еще не использовал два предмета до конца. Они же, наверное, должны исчезнуть. Но это не точно. Ладно, давайте еще раз отправимся к отелю. Ну и если уж повторится, значит концовка реально. Но я не знаю, что тут еще можно сделать. Может, конечно, на какой-то локации нам кто-то что-то проинструктирует. Но, блять, это нихера уже не очевидно. Здесь они, наверное, ну еще раз снимать начну. С возвращением. Рад, что ты здесь. Есть дела. День озера приближается. А, ну, наверное, это типа в Стиме, может, можно получить какое-то приглашение там для бета-тестирования, что-нибудь. Где-то поймешь. Ну ладно. Тогда здесь прервемся. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Ну и до встречи уже в следующих видео. Всем пока.